у нас очередная посылочка. По названию вы поняли, что здесь. Для меня это очень интересная посылочка. Значит, здесь находится диагностика. Прибор для автодиагностики. Вот она пришла немножко в помятом виде. Слава богу, что все в середине целое. Значит, в комплекте у нас диск с программой, кабель подключения прибора к компьютеру. Вот такой вот принтерный, как я называю, разъемчик и USB разъем на втором конце. Кабель подключения OBD2 и комовский разъем для подключения непосредственно к самому блоку. Блок у нас выглядит следующим образом. Здесь находится отсек для карты памяти microSD. В этом месте у нас находится гнездо подключения USB кабеля. Сюда же мы подключаем наш комовский разъем. Значит, попросил я китайского товарища прислать мне заблаговременно электронные копии программ. Электронные копии я установил, все хорошо, красиво стало. Установил программу для грузовых автомобилей, установил для легковых. Пойду, посмотрю, подключу, как это все дело будет работать, конечно. Вот. Все разбирают, показывают разъемы. Не разъемы, а платы. Как это разбирается, честно говоря, я не знаю. Сейчас, наверное, я пойду, посмотрю и раскрою для вас, чтобы показать, что там за платы. Пока что будем ждать. На паузе. Забрал я чудо-девайс. Вот так это все у нас выглядит. Для того, чтобы разобрать, нужно открутить два таких вот винтика отсюда. И приборчик у нас разбирается. Есть 6 защелок по бокам. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отщелкиваем, и все у нас прекрасно разбирается. Имеется кнопочка записи здесь. Вот это вот здесь кнопка рекорд, рек. Вот так выглядит наш приборчик. Значит, у нас плата версии 8.0, как видно. Честно скажу, я об этом пока нифига не понимаю, что к чему и как. Для меня главное, чтобы все это дело у нас работало и читало. Снимем мы еще верхнюю плату. По заявлению продавца релюшки должны быть нековские. Тут нек и написано, только как-то все тут уж очень некрасиво. Не знаю, это завод, не завод. Кто имел дело, пожалуйста, отпишитесь мне с такими вещами, с такими платами. Потому что я наслышан, что очень много есть колхозной пайки. Ну, пайка здесь, я вам скажу, идеальная. То есть, явно не ручная. По поводу пайки здесь все четко, красиво и как надо. Вот на этом разъеме есть немножко флюса. Оставлено на всех, в принципе, разъемах. Здесь тоже. Но в остальном пайка просто идеальная. И здесь я покупал с Bluetooth модулем. Вот модуль Bluetooth. Антенка короткая. На некоторых устройствах по видео я вижу, что эти антенки уже удлинены и намного длиннее кабелек. Но в моем варианте это как-то так. Что мы здесь имеем? Тут все тоже очень красиво спаяно. Здесь все также красиво. То есть на ручную пайку здесь нет ни одного намека и следа. Здесь даже и на разъемах этих нет флюса.
Короче, что мне сказать? Буду тестить, подключаться, смотреть. И если что-то пойдет не так, я, конечно же, отпишусь в комментариях. Вот. Пока я не знаю, что к чему. Программа у меня, конечно, установлена, но еще нужно его самого активировать в программе. Буду пробовать это все дело я делать. Так, как же я его тут достал? И тестить. Пока на сегодня все. Спасибо за просмотр. Кому понравилось этот чудо-девайс. Да, еще у нас, я хочу сказать, что есть кнопочка. Вот здесь, видите? Очень удобная штука для подсветки. Когда в машине разъем где-то глубоко и не видно, нажал и посветил, воткнул разъемчик. Ну, собрано все как бы качественно. Ничего по сборке я сказать не могу. Так же, как и сам прибор, все качественно, красиво. Я вот уже, видите, наклеечки понаклеивал. Все стало еще красивее, чем он пришел. Так что как-то вот так. Короче, больше сказать ничего не могу. Кому понравилось видео, ставим пальчики кверху, подписываемся на канал. Всем пока-пока. И кто знает про эти платы, еще раз хочу попросить, отпишитесь мне, пожалуйста, в комментариях.